Почти 10 тысяч случаев интернет-мошенничества выявили в Казахстане за первое полугодие. Это на 4% больше, чем за такой же период 2023 года. Данные предоставили в Комитете по правовой статистике и специальным учетом Генеральной прокуратуры. Порядка четверти подобных правонарушений связаны с онлайн-покупками на маркетплейсах и интернет-аукционах. Еще один распространенный вид мошенничества – это фишинг, который позволяет получить доступ к конфиденциальным данным пользователей. Таких зарегистрировано свыше 2500. В разрезе городов по количеству фактов интернет-мошенничества лидирует Астана – 2204 случая. На втором месте Алматы – 1048 случаев. Ущерб от случаев интернет-мошенничества в стране вырос до 7 миллиардов тенге. Возместить удалось только 11% от общей суммы.